Девочки, а вы успели с утра уже выпить по чашечке кофе? Я каждый свой день начинаю с чашечки кофе, и да, я уже успела. Нет, я сегодня еще кофе не пила, не успела. Вот, смотрите, я всю свою сознательную жизнь начинала утро с чашечки кофе. Mm-hmm. И вот буквально недавно узнала, что, оказывается, это совершенно неправильно. Mm-hmm. Да, это правильно. Согласно последним исследованиям, как раз-таки пить кофе ранним утром нежелательно, потому что есть всем известный гормон кортизол, это гормон mm-hmm. стресса. Пик его выработки приходится как раз-таки на период нашего пробуждения, а именно с 6 утра и до 10 утра. А самое важное, это с 8 до 9 утра. То есть, когда мы пьем кофе в это время, mm-hmm. наш организм самого утра стрессануть, да? Дополнительно. Нет, он, получается, может получить зависимость от этого. То есть организм привыкает к этому и начинает меньше, получается, бодрость получать организм. Вот почему мы все утром любим выпить кофе. Наверное, это все-таки зависимость. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как вы заметили, сегодня нас в студии трое. Знакомьтесь, Вера Строева. Всем здравствуйте. Наша новая ведущая. Сегодня мы решили поговорить о том, как превратить недостатки в достоинства. С вами в студии сегодня мы, я, Саргалана Амосова, Луиза Спиридонова и Вера Строева. Девочки, о чем вы сегодня нам будете рассказывать? Я сегодня расскажу, как грамотно обустроить квартиру даже с неудачной планировкой. Угу. Я расскажу вам о том, как помочь себе сделать важный жизненный выбор. О том, как оставаться хорошей мамой и при этом не забывать о себе. И о том, как решить на сегодня актуальную проблему нехватки медицинских масок. Как интересно. Давайте начнем. С вами передача «Город женщин». Начинаем. Вера, ты нам так интересно сейчас рассказала про кофе. Давайте мы его попробуем. И сегодня у нас будет премьера рубрики Веры. Она называется «Три открытия за неделю». Ну, о чем мы сегодня будем говорить? Так, девочки, согласитесь, что вся наша жизнь практически состоит из своевременно сделанного правильного выбора. Все мы так или иначе стояли перед выбором, сменить ли работу, например. Возможно, вы когда-то задумывались о том, чтобы переехать в другой город. И когда мы стоим перед выбором, перед нами неизменно появляются сомнения. Мы начинаем взвешивать «за» или «против». И вот на одном психологическом сайте я вычитала очень интересный прием, как можно помочь себе сделать выбор. Для этого нам понадобится два стула. Пойдемте. Сейчас я принесу Вере два стула. Так, куда мне их поставить? Нужно поставить их спинкой друг к другу. Да? Так, дальше. И вот, например, я стою перед выбором. У меня есть желание переехать в другой город. Вот. И для того, чтобы принять для себя решение, мне нужно сначала сесть на один стул. И сидя на стуле, я начинаю вслух рассуждать о том, как изменится моя жизнь. На первом стуле я сижу и говорю о том, как моя жизнь остается на... То есть моя жизнь не изменится, если я этот выбор не сделаю. Например, начинаю рассуждать. Я останусь в своем городе, рядом живут мои родители, привычный уклад жизни, привычные друзья, окружение. Собственно, на этом вот и заканчиваются изменения. Далее. Я пересаживаюсь на другой стул и начинаю рассуждать о том, как изменится моя жизнь, если я сделаю этот шаг и, допустим, перееду в другой город. Я начинаю думать, что откроются большие возможности в образовании для моих детей, возможности в медицине, построить карьеру, посещать новые места. И вот очень важно именно... Очень важно физически пересаживаться с одного кресла на другое. Тем самым мы создаем иллюзию того, что мы примеряем на себе новую жизнь. Очень важно зафиксировать эти ощущения на себе. Да, то есть ты здесь в одной роли, да. А здесь переключаешься на другую. Да. А надо говорить только плюсы или минусы тоже надо говорить? Все, что приходит в голову о том, как вы представляете себе старую жизнь и новую жизнь. А вот этот метод тебе лично как помог? Ты его применяла в своей жизни? Я его не применяла еще, но потому что я узнала о нем буквально недавно, и передо мной еще не стояло такого важного выбора, чтобы как-то
применить этот способ? После, получается, вот ты плюсы рассказала переезда, минусы, да? И после этого как принять решение, собственно? Ну, ты начинаешь уже физически ощущать, на каком кресле тебе удобнее сидеть, комфортнее. Да, кстати, мы чувствуем, да, вот внутреннее ощущение. Я чувствую наполнение, может, я чувствую какое-то, ну, бывает такое ощущение, когда неуютно, да, например. Да. Угу. Так, давайте я пока уберу наши стульчики. Так, а еще что, Вера, ты узнала интересного за эту неделю? Так, хочу рассказать о том, как решить проблему с медицинскими масками, да? Сегодня эта проблема очень острая в нашем городе. Угу. Я как человек, который увлекается шитьем, не стала далеко ходить и решила сшить ее сама. Я потратила на это буквально 30 минут своего вечернего времени. Для этого нам понадобится кусочек хлопковой ткани. Вот так она выглядит в готовом виде. Для этого нам нужен кусочек хлопковой ткани и любой другой натуральной ткани. Я вам покажу сейчас вот выкройку. А ткань должна быть двухслойная или можно хоть сколько слоев делать? Да, смотрите, выкройка помещается на лист в формате А4. То есть для среднестатистического взрослого человека такой размер, он подходит. Вот. Получается, мы выкраиваем две детали, одинаковые абсолютно, и сначала стачиваем выточки, затем прикладываем лицом к лицу и стачиваем по обеим верхним срезам. Выворачиваем, вставляем резинки и пришиваем. Собственно, это делается очень быстро. Маски получаются многоразовыми, их достаточно просто стирать. Ой, как интересно. Маски, они, интересно, такие же эффективные, как? Для эффективности рекомендуется еще, я вот вычитала, что можно добавить третий слой марлю или бамбук. То есть тогда воздух проникает меньше. И получается, мы ее вечером просто моем хозяйственным мылом. И, наверное, можно еще поутюжить. Да. Вот посмотрите, вот давайте посмотрим по размерам. У нас получается высоту она 8 сантиметров и 28 сантиметров. Хорошо. Так, спасибо за совет. Да. Вот, смотрите, я знаю, что все мы мамы. И когда я обзавелась статусом мамы, помимо основных забот о регулярном стуле ребенка или о молочных приливах, я, конечно, начала заботиться о том, о вопросах воспитания моего подрастающего сына. На тот момент мне попалась книга, она называется «Французские дети не плюются едой». Не так давно я решила ее перечитать, и мне очень понравилась одна мысль, которую я оттуда почерпнула, на которой, собственно, и строится весь принцип и весь подход воспитание французских мам. Она звучит так. Дети – это лишь одна из областей в жизни женщины. То есть француженки, они очень любят своих детей. Но, что важно, они на них не зацикливаются. Они заботятся о себе, они думают о своей внешности. Они всегда очень хорошо выглядят. У них есть хобби, свои интересы. Собственно, вот на этом вот как бы и заключается. Да? И вот эта мысль побудило меня задуматься о том, что действительно нужно уделять себе время, своей внешности, хорошо выглядеть. То есть, когда у мамы хорошее настроение, это настроение передается всей семье. И я тут подумала, а как оставаться вот хорошей мамой, при этом не забывать заботиться о себе? Когда ты имеешь маленького ребенка, это достаточно сложно. Вот. А для себя я вот открыла, для меня вот стало, на самом деле, ответ до гениальности прост. Я со своим ребенком абсолютно все дома делаем вместе. Да. Мы убираемся вместе, стираемся вместе, готовим. Когда я собираюсь наводить красоту, мне достаточно дать ему свои невидимки, заколки, резинки. Он сидит, перебирает это все, и в это время у меня есть 5 минут, чтобы накраситься. На самом деле, вот ответ он на поверхности. Все начинается с нас самих. Да. Да. А далее, продолжая книжную тему, мы сейчас узнаем, как же сделать закладку для книг своими руками. Да.
Для того, чтобы чтение стало приятным и, конечно же, удобным, можно самим сделать вот такие закладки и подойти к этому делу с душой и творчеством. Для этого нам понадобится альбом, краски, ножницы, простой карандаш, маркеры, линейка и клей. В общем, все, что сможет помочь украсить наше творение. Начнем с закладки в форме мороженого. Измеряем 6 сантиметров от края листочка, а затем 7. С другой стороны делаем точно так же. Рисуем прямые линии. Затем аккуратненько с помощью той же линейки соединяем точки. И вырезаем. Загинаем уголочки, чтобы было ровно. Вот так. Теперь нам понадобится клей. Аккуратненько складываем наши уголочки и приклеиваем. Берем ножницы и вырезаем по линии наш треугольничек. Будущий рожок почти готов. Разукрашиваем наш рожок. Если вы хотите упростить себе задачу, то можно сразу использовать цветной картон. Это ускорит процесс. Приступаем к рисованию начинки. Вырезаем. Кстати, чем плотнее лист, тем дольше вам послужит закладка. Подождем, пока все высохнет, и начнем рисовать милую рожицу нашему мороженому. И, конечно, не забудем про рожок. Ох, чуть не забыли! А теперь украшаем нашу вкусняшку. Вырезаем полосочку, красим в голубой и начинаем клеить. Остались только последние штрихи. Наша первая закладка готова. Вот такая красота у нас получается. Давайте попробуем сделать еще одну, очень простую и не менее красивую, а также оригинальную. Чертим линии. Рисуем корону. Разукрашиваем и вырезаем. Как же здорово получается, и совсем это не сложно. Ну куда же нам без милой рожицы? Смело рисуем. Теперь обводим. Ох, получается что-то поистине королевское. Вырезаем ручки. Наша вторая закладка готова. Можно сразу сделать несколько закладочек. Брать с полки книжки будет еще приятнее и сэкономит время поиска страницы. Можно также использовать их для блокнота и планера. Приятного вам чтения! Какие получились замечательные закладки, я думаю, сейчас самое время сделать их вместе со своими детьми. Недостатки бывают не только во внешности, не только в характере, но еще и в квартирах. И сейчас мы узнаем, как же недостатки квартир превратить в их плюсы. Далее рубрика Луизы Спиридоновой «Все о недвижимости». Тенденции современной архитектуры и новостроек города Якутска имеют как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, мы видим современные красивые дома с разной формой, с разными уровнями. С другой стороны, это, конечно, отражается на планировках квартиры. Некоторые планировки бывают очень неудачные. И в связи с повышенным спросом на новостройки, это у нас ипотека 2%, семейная ипотека, я думаю, этот вопрос сейчас особенно актуален. Люди вынуждены были покупать то, что есть в наличии у застройщиков, уже не глядя на планировки и, конечно, не выбирая лучшее из лучших. Самые частые проблемы, да, в новостройках бывают
неудачная форма, скошенные стены. Некоторые колонны могут располагаться в середине комнаты. Бывает, что в квартирах очень мало света. Бывают квартиры с очень узкими комнатами. В принципе, очень много проблем. Я бы хотела показать это на примере. Да, девочки, может, вы мне поможете? Так, сначала мы держим. Это тебе. Давай. Но пока не показывай. Так, это стандартная планировка квартиры. Да, совсем-совсем прямо этот, да? Как говорится, не по фэн-шуй. Да. И вот как раз здесь есть те недостатки, которые сейчас очень часто встречаются в квартирах. Смотрите, комнаты трапециевидной формы, либо комнаты, получается, с таким углом. Очень много прихожих, очень много вот каких-то холлов, да? Посмотрите, здесь балкон составляет 46 квадратных метров. Как однокомнатная квартира, только представьте себе. Да. Смотрите, в принципе, какой есть плюс, да? Если вы купили такую квартиру, вы можете не расстраиваться. Дома сейчас строят монолитно-каркасные в основном. Это означает, что стены внутри квартиры не несущие. То есть вот видите, вот эти тоненькие стены, их всех можно на самом деле снести, да, и сделать как надо. Да, и сделать так, как удобно вам. Но, конечно, прежде чем приступать к перепланировке, вы должны понимать, что есть конструкции дома, которые нельзя ни в коем случае менять. Это вентиляционные шахты, монолитные колонны. Ну и, конечно, несущие стены, да, если они есть. И в любом случае, если вы делаете любую планировку, вы обязательно должны ее согласовать в соответствующих органах. И только после этого приступать уже к изменению конструкции. Так, следующее. Так, а здесь мы уже видим переделанные варианты, да? Да, смотрите, это именно как можно обыграть квартиру-студию. Квартира-студия — это у нас что? Однокомнатная квартира-студия — это квартира, там, допустим, 20-30 квадратных метров, и зона кухни и общая комната, там это одно единое пространство. И, соответственно, путем вот именно ремонта, каких-то дизайнерских решений нужно находить выходы из ситуации. Самый неудачный вид, я считаю, квартир-студии – это так называемая квартира-пенал. Выглядит она. Квартира-коридор, прям я бы сказала. Квартира-коридор, да. Представляете, да? Человек заходит, и, получается, вся область квартиры у него вот так. Прям не верится, что такие квартиры действительно, да. Это как, знаете, квартира, которая вот меньше коридора, чем в этой квартире, да? Да. Но в большой квартире, конечно, всегда есть где развернуться и что сделать. В маленькой квартире вы ограничены, к сожалению. Мне кажется, еще, смотрите, очень важно организовать именно пространство ванной. Да. Особенно если у вас семья. Это, конечно, безусловно. Смотрите, вот здесь есть примеры, как, например, в такой маленькой квартире что-то сделать. Смотрите, конечно, это у нас зонирование и встроенная мебель. Здесь у нас вся мебель встроенная. Кухня – это у нас… Вместо кухни можно использовать барные столы, которые можно убирать, да? А вместо кровати использовать, конечно, диваны, которые нужно раздвигать. А вот в этой квартире вы можете наблюдать, получается, как раз-таки колонну, которая находится сбоку, еще и узкое пространство. Да, прям очень удачно. Люди нашли очень, мне кажется, креативное решение. Колонну они обыграли вот таким белым кирпичом и кухню разделили на две части. Получилось, мне кажется, очень красиво. А тут как интересно обыграно. Посмотрите, они приподняли кровать и сделали место для хранения, да? В маленьких квартирах вот кровати желательно размещать на таких пьедесталах, и тогда здесь у вас будет куча места для постельного белья и так далее. Всех тех моментов, которые... которые никуда не денешь в маленькой квартире. А согласитесь, еще маленькие квартиры, они гораздо уютнее, чем огромные многокомнатные квартиры. Ну, тут я с тобой поспорю. Так, смотри,
Еще один пример маленькой квартиры. Смотрите, здесь вообще очень классное решение. Вот находится кухня, и прямо над кухней сделали спальное место. На самом деле, это квартира 17 квадратных метров. Да. А, и здесь сделали такую красивую лесенку с полочками. Угу. Интерьерное решение. Такое. Да, интересное интерьерное решение. А здесь у нас что? Здесь тоже маленькая квартира со скошенной стеной. А на скошенную стену разместили камин, телевизор и кухню с гостиной совместили. Вообще квартиры-студии делают именно, когда площадь не очень большая. И таким образом можно как-то красиво обыграть пространство. Правда, что ли? Угу. Так, а здесь что мы видим? А, то, что я показывала на планировке, это неожиданные углы. Это могут быть вентиляционные шахты, это может быть там какая-нибудь монолитная конструкция и так далее, да? Здесь, например, очень удачно встал холодильник. И вот этот угол сильно не мешается в глаза. Да. А здесь сделали гардеробную. Она получается такая в форме пиццы, да? А, если кстати, у вас как раз совсем, ага. да, вот прям да. туда идет сужение такое. Получается, если, например, спальня у вас как раз трапециевидной ага. формы, можно взять кусочек отрезать, зато спальня у вас станет квадратная, и этот кусочек превратить в маленькую гардеробную. Отличное решение. Да, мы делаем недостаток преимущества. Да? Да, и все недостатки мы, конечно, превращаем в преимущество. Здесь у нас между колоннами очень классно расположился. Очень компактно. Стиральная машинка. По-моему, очень красиво, да? Смотрите, бывают квартиры с очень такими овальными окнами, получается. Угу. Овальными балконами, допустим. Либо вы лоджию утеплили, либо у вас эркер такой круглый. Угу. Можно просто удлинить подоконники и сделать здесь рабочие места. На этом фото конкретно есть детские места, да, чтобы ребенок учил уроки, и, соответственно, рабочее место для взрослого. По-моему, это очень удобно. Максимально практично используем каждый квадратный метр квартиры. Да. Угу. Так, у нас был еще один. Так. А я подумала, что он такой же. А нет, это он же. Подожди. Да, это он же. Так, вот. А. Угу. Так, что мы видим здесь? Угу. Смотрите, здесь у нас квартиры, где посередине расположены монолитные колонны. О, когда да. Человек покупает квартиру, угу. да, он заходит. Многие не умеют читать планировки. В планировке это такой квадратик угу. посередине комнаты. Некоторые люди думают, что ну, что-то просто квадратик. А это действительно несущая конструкция, которую нельзя убирать ни в коем случае. Угу. То есть, если у вас попалась квартира с такой... Казалось бы, на первый взгляд, жуткой колонной, да? Не спешите расстраиваться и продавать квартиру. Отлично, колонну можно обыграть, да? Да, очень красиво обыграть. И вот здесь есть как раз три примера, как это можно сделать. Например, можно сделать ее, обложить как будто бы кирпичом, да? Конечно, это не реальный кирпич, это имитация кирпича, но смотрится, по-моему, очень современно и стильно. Уют, краски яркие добавляет. Да. Если у вас такой интерьер в стиле лофт, это вообще может классно смотреться. Так, здесь у нас получается колонна. Всю колонну покрасили в цвет стен, чтобы она не выделялась. И один торец покрасили такой грифельной краской. Да, мне прям очень нравится вариант. Да, и тут можно какое-то свое расписание. Да, смотрите, тут цитаты. Написано, что можно купить. Какие-то мотивационные... не знаю, аффирмации прописать, да? Даже для ребенка, мне кажется, это просто простор для творчества. Да, здесь ребенок может рисовать. Кстати, вот грифельные краски, они в городе продаются, и они бывают любых цветов. То есть не обязательно делать черной, можно ее сделать там, ну, красной в детскую, любых других цветов. Да. А, также здесь, например, колонну обыграли как шкафчик. Сделали такие красивые полочки. Здесь оказалось две колонны, да? Угу. И, по-моему, смотрится очень классно. Да, кажется, скажите? Как будто специально сделано. Да, как будто бы это и специально очень поставили. Практично и не занимает много места. Да, и зато туда можно положить, наверное, очень много вещей, да. спрятать книги, которые везде мешаются. Сувениры, фоторамки. Да. И ну, вообще в итоге хочу сказать, да, что практически в любой квартире, если у вас есть творческая, не знаю, там, креативные какие-то мысли, любую квартиру можно исправить. В любой квартире
можно сделать очень красивый ремонт и любой недостаток превратить в изюминку. А я вот вижу то, что стены сейчас в основном такие, они либо белые, либо серые. Это сейчас такой тренд есть? Или как? Как тебе кажется? Да, и, ну, есть дизайны квартир, да, сейчас очень часто используют скандинавский стиль. Там полностью все выкрашивают в белые цвета. То есть потолки, стены, двери, у них все белое. Пол, насколько я помню, да? Да, могут использовать контрастный пол, какие-нибудь балки. А вот если, допустим, говорят же, то, что если квартира очень маленькая, да, то можно покрасить стены, допустим, светлые и обязательно сделать какую-то контрастную стену, да, например, четыре стены не белые, одна резко там темно-зеленая, и это тоже визуально дает такое пространство, да, и как-то оно более не такое однородное, да, просто квадрат, а уже какие-то там уровни появляются. Да. Это путем именно цвета и дизайнерских решений можно скорректировать абсолютно все. Это, знаете, как в лице мы же делаем. Все, что не надо, да, мы затемняем, все, что надо, осветляем. То же самое в квартире. Если у вас квартира маленькая, ни в коем случае не старайтесь красить ее в темные тона. Особенно если это помещение, где нет окон. Да? Да. Там желательно, насколько я знаю, делать белые стены, потому что свет туда и так мало очень проникает. Смотрите, если вы комнату, например, порезали, чтобы сделать в ней детскую. Сейчас это очень популярно, однокомнатные квартиры, ну, так делают, да, то есть общую часть совмещают с кухней, и там получается такая небольшая гостиная и спальная. Обязательно сделайте, пожалуйста, там окошко. Можно сверху сделать очень красиво, очень много дизайнерских решений. И, конечно, вот бригады ремонтные, они с радостью помогут и подскажут, как сделать оптимально, чтобы комната у вас не была темная, чтобы вся квартира ваша была гармонична, красива. На самом деле все эти интересные решения, картинки везде можно найти в интернете. Да. Очень много социальных сетей, которые вот, в которых есть паблики, посвященные интерьеру. Вот мы не так давно переехали тоже в квартиру новую, и мы сделали из нее студию, потому что когда у тебя маленький ребенок, это очень удобно, когда есть доступ из кухни, да, в гостиную. Да. Да, здорово. Мы получили отличные советы, а далее будет короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин». И сегодня мы говорим о том, как недостатки превращать в достоинства. Сейчас в эту студию я хочу пригласить Настасью Филиппову. Настя, привет. У нас сегодня состоится премьера новой рубрики, и вести будет Настя. О чем она будет? Эта рубрика будет посвящена расширению нашего с вами кругозора. Я буду рассказывать об интересных фактах относительно темы нашего разговора сегодняшнего. Отлично. Давайте премьера рубрики от Анастасии Филипповой. Сегодня мы... Сегодня мы говорим о недостатках и как превратить их в достоинства. Я хочу сегодня привести примеры недостатков, можно, если можно так выразиться, звезд. То есть мы, обычные люди, смотрим на них и видим в них пример. Начнем с области модельного бизнеса, потому что мы знаем, что модель должна быть идеальной. Итак, но в своем модельной сфере есть свои законы, можно сказать. Начнем с Каролины Курковой, чешская модель. Она не раз блистала в образе Victoria's Secret, снималась для нижнего белья, рекламировала купальники, но, как оказалось, у модели нет пупка. Вот так такой, интересно. Вот такой, такое бывает. Да, такой, оказывается, такое бывает. Это произошло вследствие операции пупочной грыжи. Но при этом это не мешает ей быть самой, одной из самых высокооплачиваемых моделей в сфере нижнего белья, даже можно сказать. Далее идет из модельного также бизнеса Летиция Каста, французскую модель, наверное, вы все знаете. И дело в том, что у нее, ну, скажем, вот, Кривые зубы. На фото нам представлена Ванесса Паради, тоже имеющая такой вот недостаток внешности, но она гордится этим вот
Летиция Каста, она не стала заменять свою улыбку на голливудскую. При этом она этим гордится и является, знаете, музой французского скульптора. С нее списали, так, я вам точно скажу, символ Французской республики Марианны. Бюст, который в администрации одного из городов Франции установлен. И очень забавный факт, этот бюст мэр указал убрать, потому что он отвлекает горожан. Из-за своей... Особенно мужского пола. Да, да, из-за своих пышных форм, ну и практически вот идеальной внешности, можно сказать. Далее, вот бывают случаи, то, что женщины любят туфли, да, но никак, если у них кривые ноги, они думают, все, путь им заказан в эту индустрию. На самом деле есть одна женщина, которая стала символом туфель Манола Бланик. Я поняла, о ком ты говоришь. Да, это Сара Джессика Паркер. Кстати, я, смотря этот сериал, никогда не замечала, что у нее кривые ноги. Но вот, готовясь к передаче, я узнала, оказывается, ноги у нее кривые, которыми она сделала вот Манола Бланик очень популярной фирмой. Да, и сколько я смотрела, сколько лет смотрела этот сериал, я не помню, чтобы я там, ой, у нее же кривые ноги, а вот эти туфли, да, они же прям несут такой символ, что именно в них она нашла свою любовь, прям, мне кажется, это прям на поколение. Да, да, и это совершенно невероятно, мне кажется. У нее, кстати, были свои приемы, когда она фотографируется, она ставит ногами так, носками вперед, ноги носками вперед, и это вот визуально как-то скрашивает, наверное, вот вытягивает. Да, или скрещивает ноги, то тоже очень интересно. Кстати, да. И, соответственно, подбирается там длина юбки, какие-то туфли специальные, можно сказать. То есть все, что выглядит очень так гармонично. Вот это было для меня настоящим открытием, кстати, как для поклонницы сериала. А далее, ну, что говорить о женщинах, давайте о мужчинах. Да, есть мужчины-актеры, у которых также есть свои недостатки, но переборов их, они стали очень популярными, очень известными. Возьмем всем известного Хоакина Феникса, который очень популярен сейчас. Да, в фильме «Джокер» он сыграл. Оказывается, он родился с заячьей губой. Очень так выдающийся шрам, но это не помешало ему так хорошо исполнять эти роли. Так что я считаю, переборов недостатки, человек становится еще более сильнее. А главное, не потерять еще уверенность в себе, имея недостатки. Безусловно. А кроме мужчин еще, знаете, кроме актеров, то есть я бы выделила тех людей, которые имеют физиологические изъяны, которые ты не замажешь никаким тональным средством, никак ты ничего с этим не сделаешь, но есть в мире такой человек, австралиец, Ник Вуйчич называется. Да. Вот он имеет такое наследственное заболевание, я вам даже скажу, синдром тетраамелии. Это редкое наследственное заболевание, приводящее к отсутствию всех четырех конечностей. Вы можете видеть на фотографии, он родился уже таким, но это ему не помешало быть мотиватором, спикером, издать книги-бестселлеры, которые весь мир читает. И столько жизнерадостности мало у кого можно встретить вот с таким серьезным недугом, я бы сказала. Ну и недавно он, кстати, приезжал в Москву, по-моему, в прошлом году, и был большой ажиотаж. Да, более того, что у него жена красавица, у него много детей, да? Да. Вот да, именно да. Такая сила духа, когда, ну, опять же, все начинается с тебя самого. Да, да. И, ну, и далее мы плавно перейдем также к более каким-то серьезным, да, недугам, изъянам. Это выдающийся человек, известная личность, это Стивен Хокинг. Вы, наверное, слышали, да. Фильм оскароносный про него издали, автобиографичный, называется «Вселенная Стивена Хокинга». Этот человек ученый, я вам точнее даже скажу, лауреат Нобелевской премии, изучает фундаментальные законы, которые управляют Вселенной. Мне кажется, нет в мире человека, который не знает о Стивене Хокинге. Да, кстати, так оно и есть. Еще в 20 лет Стивен Хокинг был практически полностью парализован из-за развития у него атрофирующего склероза и остается в этом состоянии всю жизнь. У него двигается палец правой руки только.
и он управляет движущимся креслом и специальным компьютером, который за него говорит. Вот, в общем, вот видя примеры таких историй, ты думаешь, если мы о своих недостатках как-то там переживаем, заморачиваемся, да, есть наши современники, которые делают великие дела, великие открытия и совершенно не как бы обладают силой воли, силой духа. Да, кстати, у нас же есть девочка, да, пловец, у которой нет рук. Да, кстати, Анастасия Диадорова. Да. Вот она вообще молодец, да, я прямо удивляюсь смелости ее мамы, как можно было ребенка без рук отправить в бассейн. Да, кстати, да. И, ну, это невероятная смелость, конечно, она привела такие классные результаты. Человек не побоялся, и у него получилось. Да, все-таки работа вот со своими недостатками, это в первую очередь работа с тобой, работа со своим внутренним миром. Со своими страхами, со своими демонами, да. Вот чтобы все это преодолеть, действительно очень такая сила духа нужна. Да, я с вами сильно согласна. И, конечно же, такой интересный факт из мира искусства. Искусство мы не можем, я никак не могу искусство обойти стороной. Это о том, что, оказывается, Бетховен был глухим. Великий немец, австрийский композитор, да, написал свои лучшие симфонии, будучи полностью глухим. При этом он взыскал очень большую мировую славу, является классиком, и ни один музыкант, ни один образованный человек, ну, не может не знать Людвига ван Бетховена. Также из сферы искусства я бы хотела выделить Рэя Чарльза. Это американский исполнитель, который в стиле джаз поет, рок-н-блюз, и он является достоянием Америки. Можно сказать, все его песни очень, до сих пор и очень популярны, и он снискал большую славу, будучи, являясь при этом от рождения слепым. Как интересно. Так что, если мы возвышаемся над своими недостатками, мы можем достичь очень большого успеха. И это касается, наверное, не только великих людей, а каждого из нас. Анастасия, вот у вас как раз такая тема, да, про недостатки. У вас у самой были комплексы, ну, в детстве, может? Ой, ну, как сказать, скорее всего, да. Вот сейчас, просто повзрослев, я, наверное, с ними уже настолько боролась, что я уже их и не помню, но в свое время я очень сильно комплексовала из-за своих веснушек. Веснушек? Да, из-за... потому что в семье они только у меня, и... Как бы казалось, мне все твердят, веснушки это хорошо, это мило, но летом с ними большая такая проблема, потому что ты начинаешь вся покрываться вот этими, солнце тебя любит, в общем, и приходится, а потом ты ждешь зиму, чтобы наконец-то это все выбелилось. А еще я с детства очень любила гламурные журналы. И, конечно, модели 90-х всегда имели идеальную кожу. Ни у кого не было. Настя, вот скажи, ты сама мама? У тебя, насколько я знаю, дочь. Да. Как ты думаешь, как вот можно воспитать свою дочь, чтобы у нее не было таких серьезных комплексов? Как привить ей любовь к себе? Любовь к себе, в первую очередь, это любовь родителей к ребенку, я бы сказала. Да? То есть это безусловная любовь. Это показывать, насколько ребенок тебе дорог, насколько он тебе близок. Можно сказать, мои фотографии. Вот моя доченька. Это мы на сехе. Фотографии моей семьи пошли. Вот. И, конечно, стараться быть рядом с ней во всех ее начинаниях, во всех ее каких-то неудачах, можно сказать, и быть таким ангелом-хранителем, оберегающим, пытаться помогать ей. Мне кажется, еще очень важно дать понять ребенку, что он не разочарует никогда своих родителей. Да, безусловно. Да, это очень-очень важно, и что в любом случае... А как думаете, детей надо хвалить или нет? Потому что здесь, знаю, существует два лагеря, да? Некоторые говорят, что с рождения нужно хвалить, ты молодец, ты вот все-все круто. А некоторые считают, что этого не надо делать.
Потому что ребенок впоследствии, когда сталкивается с большой конкуренцией, он может переживать за то, что он, оказывается, не самый-самый. Нет, вот он, я как раз-таки разговаривала с психологом на эту тему, и она сказала, что ребенка надо хвалить таким образом, что, допустим, он спортом занимается, бегает, да? И ты ему говоришь то, что ты сегодня бежал лучше, чем в тот раз, например, да? Не говори то, что он бежал лучше всех, да? Не говори то, что он какой-то особенный, а именно то, что он каждый раз, чтобы он сравнивал себя только с самим собой. Как интересно, да? Да, как интересно. Знаете, вот я считаю, что каждая женщина в той или иной степени, она имеет комплексы. Но что важно, мне кажется, что с возрастом, со временем они могут, допустим, меняться. Вот когда я была ребенком, я очень сильно комплексовала по поводу своего роста, потому что я была выше всех своих сверстников. Сейчас для меня это достоинство, я с удовольствием ношу каблуки. Да, хорошо. Классно. Настя, большое тебе спасибо за интересные факты. Ждем тебя в следующем эфире. А далее у нас будет совсем короткая реклама. Всем здравствуйте! С вами передача «Город женщин». Ну а мы сегодня по традиции продолжаем нашу определенную тему и говорим мы сегодня, как превратить недостатки в наше достоинство. А перед приходом нашего следующего гостя давайте мы, опять же по традиции, каждую пятницу сделаем подборку отличных фильмов, которые можно посмотреть в выходные. Что посмотреть на выходных? Мы знаем и с радостью подскажем. Все легкие комедии, о которых вы узнаете, есть в свободном доступе в интернете. Открывает наш список фильм «Магия лунного света». Тонкая легкая комедия Вуди Аллена о том, как фокусник отправляется на лазурный берег в дом богатого семейства с одним очень деликатным поручением. Он должен разоблачить женщину-медиума, которая устраивает спиритические сеансы. Он пытается разгадать ее загадку и узнать, что же скрывается за всей этой историей. В главных ролях Колин Фёрт и обворожительная Эмма Стоун. Ничего не вижу, будто я в облаке. Кучевое облако или перьевое? Смеетесь надо мной. В основе следующего фильма под названием «Любовь и дружба» лежит роман Джейн Остин «Леди Сьюзен». Он о молодой, очаровательной вдове, которая в активном поиске нового супруга. Как принято в историях писательницы, главная героиня, не умолкая, сыплет остротами и афоризмами. Старинные костюмы, английский юмор, потрясающий сюжет и весьма характерные герои. Это тот самый случай, когда видно бережное отношение к книге при съемках фильма. Поэтому всем поклонникам писательницы обязательно к просмотру. Простите за неожиданное вторжение. Какое чудо, просто картина маслом. Если вы хотите современную историю, то можно написать в поисковике название «Как выйти замуж за 3 дня». Очень забавная комедия о девушке, которая несколько лет ждет предложения руки и сердца от своего молодого человека, но никак не дождется. И вот, отправив любимого в очередную поездку в Дублин, Анна узнает, что в Ирландии есть традиция. 29 февраля девушка может сама сделать предложение своему мужчине. В тот же день она собирает чемодан и мчится навстречу своему счастью. Но все очень непросто, как обычно это и происходит. Далее кинолента «Анонимные романтики». Это трогательная французская комедия о двух одиноких чудаках. Анжелика готовит лучший в мире шоколад. Она гений своего дела, только очень стеснительная, поэтому никому не признается в своем мастерстве и готовит свои шедевры анонимно. А еще ей очень нравится кондитер Жан Рене, который тоже ужасно застенчив. Никто из них не может сделать первый шаг, но вместе они делают очень вкусные конфеты.
сюжеты. Следующая комедия заставит вас задуматься о семейных ценностях. Она вышла несколько лет назад, но вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность. Кинолента «Жизнь, как она есть». Это история Холли и Эрика, которые друг друга терпеть не могут, но так получилось, что они остаются единственными опекунами маленькой крестницы Софи. Несмотря на угрожающее название, это добрый и лиричный фильм, который точно не оставит вас равнодушным. На этом все. Приятного вам просмотра и отличных выходных! Надеюсь, с выбором кино, что посмотреть в эти выходные, мы вам только что помогли. Превратить недостатки, фигуры в свои достоинства, да, может помочь правильно подобранная одежда. И чтобы разобраться в этом подробнее, сегодня мы пригласили стилиста Дарью Соколову. Дарья, здравствуй. Привет. Здравствуйте, Дарья. Привет, привет. Как вы? Ваше утро. Отлично. Прекрасно. Ну, что ты думаешь, да, по нашей теме? Как же превратить недостатки в достоинства? Вообще, если так говорить, то одежда, конечно, всегда это визитная карточка человека. Это бывает неосознанно или осознанно. Конечно, лучше, когда человек задумывается о том, что он все-таки, в чем он с утра выйдет из дома, да, и что же он хочет сказать людям своей одеждой. Mm-hmm. Это очень важно, потому что когда мы игнорируем, да, этот мессендж свой, то есть просто носим одежду, чтобы прикрыть тело, да, это видно. То есть как только мы начинаем обманывать себя, не договариваться с собой, потом мы идем по улице, и все видят, что одежда нам мала, что одежда стара, что мы не понимаем, куда мы стремимся в этой жизни и так далее и тому подобное. То есть самое главное, одежда должна отвечать, на мой взгляд, целям, да, и приоритетам жизненным. Как только мы это осознаем, все, мы точно знаем, куда мы идем и что мы хотим сказать, какое впечатление мы хотим произвести. И тут все, и жизнь кипит, и глаза играют, как в рекламе, да? Ну, то есть вы сами знаете это чувство, когда утром идешь, такая, да, все, этот мир мой, да, все, да, я сделаю этот день таким, как я хочу. И это помогает сделать именно одежда, да, конечно. Необходимо, безусловно, да, какие-то минимальные, гигиена какая-то, да, там, не знаю, внешний вид все-таки, это основополагающий, да, хорошая кожа, это красивые чистые ногти, безусловно, чистые волосы и так далее, да, это все как бы базовые моменты, потом на них уже накладываются наши приоритеты и сверху накладывается одежда, у нас же как бывает? Какая-то жизнь, какая-то одежда, я куда-то иду, что-то делаю и все. Поэтому корректировать фигуру одеждой, конечно, нужно. Но в первую очередь нужно задуматься, зачем ты это делаешь. Для чего? Для кого? А потом уже, да, есть лайфхаки, какие-то элементарные моменты. Но все-таки я верю в эту внутреннюю силу, внутреннюю энергию, потому что заметьте, что есть женщины, на мой взгляд, да, которые одеты как-то странненько так. Вот, как это она сделала? И супер органично. И вот вы на себя это можете примерить, но будет на вас смотреться вообще как, ну, с чужого плеча откровенно, потому что вы не проживаете эту одежду. Когда человек проживает свою одежду, все понятно. Но если говорить о конкретных лайфхаках, конечно же, самый главный закон, который есть в одежде, это пропорции. Вот без пропорций никуда. То есть это есть идеальная фигура, так называемая, да, это песочные часы, к которым мы все стремимся. Мы все-таки с вами живем на севере, у нас с вами большинство довольно широкие ребра, вместе с тем все мне говорят, у меня нет талии, что делать? Талия есть у всех, вот такая вот главная тема дня, утра этого. Талия есть у всех, талия, она там, вот когда вы ставите руки на талию, поставьте руки, вот там у вас и талия. То есть все очень просто. И этот момент вы акцентируете, да, то есть талия там, где у вас указательные пальцы, и там вы делаете акцент. То есть с помощью ремня, с помощью кулиски, с помощью завязки какой-то и так далее, и тому подобное, да. А также талию можно классно подчеркнуть элементарным способом, подворачиванием рукавов. Конечно. Мы добавляем сюда объем. Да, мы создаем объем, и смотрите, когда у нас рука оголяется отсюда, да, до сюда, у нас визуально рост вытягивается, и здесь появляется акцентная линия. И вместе с тем у нас вытягивается силуэт. То есть для девушек с невысоким ростом, для девушек, которые говорят, что у них нет талии, это лучший прием. То есть никаких длинных рукавов и прочего, потому что они полностью срезают рост и заземляют. Ну и, конечно же, каблуки. Каблуки – это супер тема. Я вроде бы невысокая, да, но я стараюсь носить более заостренный нос. Сегодня уже об этой теме говорили, да, про острые носы и
Кэрри Брэдшоу. Да-да-да. Я все подслушала. Вот. И, конечно, вот сейчас вот я смотрю, получается, у нас на Серглане у нас бежевые лодочки, которые mm-hmm. визуально классно вытягивают ногу, да? А на Луизе... Вы узнали мой секрет. А на Луизе очень плотный каблук, mm-hmm. и это здорово, потому что визуально щиколотка у нас становится тоненькая такая. Изящнее. Да, изящнее. То есть, если, допустим... хочется как-то выделиться, всегда нужно подчеркивать самые тонкие части тела, mm-hmm. потому что они привлекают внимание. Mm-hmm. То есть если, даже если вы носите какие-то длинные юбки, то есть юбки, точнее, правильно сказать, должны заканчиваться там, где у вас максимально тонкая часть. То есть у кого-то это колено, у кого-то это щиколотка, да? Mm-hmm. То есть вот эти части мы подчеркиваем за счет дополнительных линий. То есть у нас, получается, закончились брюки, mm-hmm. ножка оголилась, плотный каблук, который создал пропорцию, и щиколотка стала очень тоненькая, супер стройная, и все. И это, конечно, очень сексуально, безусловно, это супер женственно. То есть на это хочется смотреть. Я вот там сидела, такая, думаю, как она классно все придумала. Это всегда работает, потому что пропорция – это самый лучший способ для коррекции своей фигуры. Поэтому смотрите, если у нас с вами небольшая грудь, да, бывает такое, да, что мы делаем? Мы с вами... берем рубашку, допустим, да, блузку с накладными карманами, с какими-то рюшечками, да, и так далее. То есть мы дополнительно визуально добавляем какой-то объем. Mm-hmm. Или же, допустим, это могут быть какие-то платья, которые здесь у нас затянуты, здесь свободны совершенно. Mm-hmm. И тут у нас тоже зрительно появляется объем. То есть если у нас груди нет, носить водолазку лучше не надо. То есть можно носить водолазку, но дополнительно делать, допустим, ну, пиджак накидывать или жилет, да? То есть mm-hmm. какой-то еще mm-hmm. сюда что-то добавлять. А если же у нас наоборот благородный большой бюст, вот эти все жабо и рюши, нужно вообще убрать. Потому что это бывает такое, что большой бюст, сверху рюшечки, тут еще прическа такая трехэтажная, и такая, оп, freaking book. В общем, идет. И это выглядит, правда, неэстетично, супер некрасиво. И ножки становятся тоненькие, и человек превращается в чупа-чупс. Да, такое, бывает. Я думаю, многие видели. Да, такое бывает. И лацканы, да, то есть лацканы на пиджаке. Угу. То есть если лацканы очень широкие и бюст большой, зрительно представляете, как грудь увеличивается? Еще шире да, конечно, да? конечно. Ну вот, и также, конечно, если у нас с вами объемные формы, все-таки там 46 и выше, то нужно учитывать этот момент и не носить одежду прям в обтяжку. Потому что бывает, знаете, хотят носить такое форменное платье. Да, это здорово смотрится на девушках, у которых идеальные пропорции. Большая грудь, супер тонкая талия и классная попа. Ну, формат Ким Кардашьян. Вы поняли, да? Mm-hmm. Вот им, этим девушкам, можно носить идеальные платья обтягивающие. Но согласитесь, таких женщин-то у нас немного. Мы же все живем, едим как-то. Поэтому нам лучше с вами, конечно, будет носить одежду, чтобы был воздух. Вот самое главное, да, когда между человеком и его одеждой есть воздух, потому что это зрительно создает эффект того, что одежда чуть-чуть где-то летает, как-то переливается, и вместе с тем сразу как-то девушка внутри, да, она становится более точеной. Потом мы берем с вами ремень, акцентируем талию там, где нам хочется, там, где мы знаем, что она у нас есть, и все работает. Когда у нас супер обтягивающая одежда, ничего не работает, сковы, ты хоть ремень... движение. Конечно, и все видно сразу, что вот тут интересно. Малейшая складочка видна. Да, а у нас же как с вами? Мы не можем носить вещи не своего размера. Да. Да? Вот как это? Я буду носить 46-й, да? С чего это вдруг? Дайте леопардовые лосины, да? Леопардовые лосины S-ку, и вот как бы там вот всякое разное у них. Да, такое бывает. Это можно заметить, что девушке морально сложно переключиться. Допустим, это часто бывает после родов, да, или затяжного декрета. Девушка прям морально не готова носить размер больше. Да. Вся одежда ей мала, она ее хранит и ждет. Я когда-нибудь похудею. Когда-нибудь я натяну эти джинсы на себя. Да. Это я куплю вот на будущее или на какое-то время, но не на настоящее. Да, и тогда одежда, конечно, она против нас. Да. Мне кажется, мы прям сегодня узнали очень много советов. Мне сейчас прям захотелось пойти в свой шкаф, открыть его и это все. Выкинуть свои леопардовые лосины. Вот, поэтому, конечно, тут стоит учитывать. А еще, кстати, самое главное, опять же, тонкий ремень. Тонкий ремень. Его нужно выкинуть всем. Да. Выкинуть? Конечно. Все, идем домой. Дорогие зрители, с вами была передача «Город женщин», а мы здесь остаемся дальше обсуждать наш стиль, что нам носить. Вот как нам повезло. Всем пока-пока.